Итак, всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Так, не отслеживал, не смотрел по трек-номеру, даже не знаю, что внутри. Это не повреждение, это я тут отрывал свой адрес. Так, и так, что-то здесь нам писали. Что тут писали, я не знаю. Так, сейчас быстренько вскроем. У нас всего лишь одна пришла. Так, быстренько вскрываем и смотрим. Так, и тут у нас. Сейчас. Так, тут у нас пришел чехол. И в подарок нам положили... два стекла. То есть чехольчик я заказывал черненький, а прислали чехол... синий. Так. Я написал продавцу, я согласен на возврат, только вы мне положите подарочек за непредоставленные мне. То есть я ему поставлю, конечно, за это хорошие оценочки. Два стекла к телефону Pro 3. Так, это все нам отличненько. Так, смотрим следующее. Что у нас здесь? Так. Я уже испугался, но посылочка уже не придет. И шла очень-очень долго. Так, вот такой у нас здесь такой моднявый чехольчик. Очень такой приятный на ощупь. Стоит он, конечно, дороговато. То есть на наши 200 гривен. Вот такой вот. Ну, чехольчик реально. Чехольчик красивенький. Очень мне нравится. Честно говоря, даже самому очень нравится. Ну, здесь вот такой вот кармашек для всяких карточек. Ну, приятный на ощупь чехольчик. Телефончика, конечно, у меня нету. Потому что я заказывал ее под заказ. Тут даже есть какая-то что типа фирменная. Я же говорю, ну, стоимость, не одна из самых дешевых. Мне попросили заказать под этот данный телефон. Телефон. Какой-то Pro 3, я уже не помню, честно. Я уже хотел уже открывать спор. Мне тут пришел этот данный чехол. И три пленочки. Сейчас мы одненько откроем. И посмотрим. Так, чехольчик. Про чехольчик, я думаю, уже больше никаких вопросов у нас. Здесь все под силиконовое. Все закрыто, чтобы грязь не забивалась вот здесь. То есть нету дырочек. Эта штучка силиконовая. Прикольная такая. Не пластмассовая, что можно бояться, что она поломается. Такие вот отверстия под микрофончики и под зарядочку. Отверстие под вспышку. Отпечаток пальца здесь. И здесь камера сама. Здесь можно вставлять всякие карточки. Как вот у нас тут есть карточка. Видите, все подходит. Идеально, красивенько. Супер. И чехол мне, честно говоря, нравится. Отличный чехол. Своих денег стоит. Здесь у нас отверстие под наушники. Своих денег стоит. Нам еще продавец положил пленочку. Сейчас мы посмотрим, или пленочка, или бронестекло. Интересно, просто самому аккуратненько открываем, потому что это дело отдам. А, нет, здесь простая пленочка. Под этот же самый телефончик. Что-то у нас приклеилось. Вот так вот. Вот такая вот пленочка. Некоторыми изъянами. Ну, я думаю, они дешевенько положили. Как говорится, подарок. Так, ну что ж, продавцу будем ставить хорошие оценочки. Напишем комментарии. То есть продавец порадовал нас. Ссылка на товар и продавца будет в описании. Смотрим, подписываемся, ставим лайки. Пишем комментарии. Будем стараться еще заказывать какие-то посылочки. Пишите. Так вот. До новых встреч. Здесь вот такие вот у нас функциональность какая-то такая вот. Вот. И можно ставить как книжка, и видите, все такое вот. Ну что ж, на этом будем заканчивать наше коротенькое видео с данным чехлом. Там я потом напишу, что к какому телефону чехол.
Я, честно говоря, я даже не ожидал, что тут пришло. Пришел чехол к данному телефону для нас свекрови. Все, продавец нас порадовал. Всем удачного вечера или дня. До новых встреч на наших каналах. Всем пока.